Так-так-так, сейчас поглядим. Всем сталкерам здорово, меня зовут Артём, вы на канале Cast & Coplay, и мы продолжаем играть Stalker Lost Alpha. Да, очень много времени прошло с тех пор, как мы играли, как прошла вот предыдущая серия, но мы продолжаем, и это главное. Так, что я хотел показать, вот, комбинезон Монолита я нашел в одном тайничке под лестницей на первом этаже этого... Мы, правда, не туда попали. А вот здесь я нашел этот тайник. И тайник отмечается зеленым, который я не полностью собрал. Там еще комбинезончик, костюмчик бандита. Обычная куртка, которая похуже будет моего вот этого плаща. Ну что ж, мы заходим. Какой там код? Так, вот пароли, код от двери. 5271. Тю, ёпты. Это, мля, кто? Слышно вот оттуда. Зеленый парень. Слышь, браток. Ты куда исчез? Бля, я только хотел с ним пар... Вот твою мать! Охренеть, зеленый чувачок. Так, значит, вы принимаете людей, а? Гандон. Фу. Так, первый документ нашли. Зашибись, зашли. Что у нас тут есть? Корзина пуста. DVD пуст. Тетрис, пазл. Так, спасибо, не хочу. Спасибо тоже. Так, скачать на КПК. Скачать на КПК. Потом почитаем. Скачать. Что-то там кто-то рыгает. Так, это не то. О, фильмец. А, мы смотрели, спасибо. Мы тоже смотрели. Когда у тебя будет кейс, не неси его ко мне, а тащи к бармену. Ничего себе. Судя по всему, искатели что-то нашли в бывшем здании института Агропром. Я уверен, что это связано с центром зоны. То, что откопали военные, находится на втором этаже здания института. Кажется, это все лежит в маленьком белом чемодане. Твоя попытка его похищения у настороженной целевой группы СБУ задача не из легких. Там вояки. Будь крайне осмотрителен. Прикольно. Хоть мы это и слушали, но прикольно. О, рисунки. А как скачать? Слышь, я не могу скачать. Галерея. Все, посмотрел, да? Классно. Так, пароль. Неправильно, слышишь? Так. А какой пароль? Так, мы все осмотрим. Так, я так понял, это документы не то, это фигня. Это тоже фигня. Вот, смотри, а, это тоже фигня. Это, походу, тоже фигня. Анкнаун, анкнаун, да, это все фигня. Все, короче, выходим тогда с компа. Мы... Бля, кто-то матерится, я сейчас убью всем. Кто, кто, где? Сейчас наваляю всем. Видишь, тут пришли, тут маты на меня кидают. Ножах. На ножах, на ножах. Крысы, крысы, поганые. Да иди сюда, тварь. Во, отлично. На ножах крысу порезал. Ее брата. Ну или сестру. Так, тут ничего нету, все, текаем. Там профессор, я не хочу его тревожить. Так, подожди, я помню. А кто тут рыгает? Так, окей, это вниз. Вот. Вот это я помню. Это лаборатория из X18. Такая же прям точь-в-точь. Я так и не понял, почему они это сделали. Почему они сменили лабораторию. Была красивая. Ну, то есть, предыдущая, да, нормально. Не, ну это тоже прикольно. Твою мать. Ёб твою мать.
Та тварь, а? Уйдите. Проганая лестница. Так, ну хвосты. Я не знаю, зачем мне эти хвосты. Не хочу ничего подбирать. Э, куда все трупы исчезли? В крыс превратились? Охренеть. Так, я не понял, а документа здесь нет? Так, дробовик нужно использовать уже до конца, и все. Сколько там патронов у нас в дробовике? Один. Используем его быстренько и выбросим. Просто потому что он... Говно. Просто потому что он говно. Он крысу не мог убить. С одной плюхи. Мне пришлось два раза стрелять. Убить крысу. Пойдем сюда. Там что-то страшное. Кто тут рыгает? Так, мы упали вниз. Я хочу на второй этаж. Я хочу просто на второй этаж. Во. Это мля чё? Какая-то неизвестная аномалия. Так, хорошо, хорошо. А бежим, бежим быстрее сюда. Смотрим, что здесь. Ой, мать, смотри, какая-то аномалия. Все готово. Биорезервуар с реагентом SHW. Давление в пределах нормы. Концентрация мутагена номер 30 в пределах 12 отметки с погрешностью коэффициента минус 10. Иванов, каковы химические показатели? Функции организма в пределах нормы. Тест герметичности 15 секунд. Думаю, мы можем продолжить. Мемфис Орло 12. Код авторизации 1-1. Смотри, они похожи на греховцев. Ну, а, ну или это темные сталкеры, да. Ну, подожди, грех, темные сталкеры. Для кого мы вообще выполняем? Это же одни и те же, не? Или это разные? По идее, это разные, но форма у них одинаковая. Плевать. Какие-то подопытные крысы. Еще инъекция? Достаточно. Проверьте состояние подопытных. Похоже, результаты те же, что и в прошлый раз. Что за... Они слишком быстрые. Усыпляющие инъекцию немедленно. Да вон, ну какая-то херня про зеленая там. Ой, кровососы. О боже, что это? Как это же невозможно? А чё один кровосос? Подожди, а где второй? А где второй кровосос? Нет, отойди от меня. А чё это с одного, а с двух типов один кровосос получился? Мама! Блин, а почему нельзя пропустить? Ну все, как бы, давайте. Помогите, люди! А чё это оно? Зависло, что ли? Ничего не происходит. Нормально, да? Ну, давай, скорей! Дурында. Хрена ночь, зависла. Уберите его от меня! Уберите! Отстань, блядь! Слышишь, давай быстрее, кровосос. Может, он должен был убить его, а он ни хрена не убивает. Прямо со мной, не знаю, блядь, где-то рядом. Лазает. Я что-то не могу прийти в себя. Смотрю что-то на этого трупа и кровососа, бегающего туда-сюда. Короче... Надо, наверное, перезапустить, перезагрузить там подобную херню.
Так, ну что, ребята, я перезапустил, короче, тут оно пошло заново все. Получается, смотри, оно сейчас прошло нормально, только что мне показали то, все нормально, камера хорошо пошла. То есть все четко. Но как бы уже все произошло. Кровосос убил там, то да все. И просто ждем, пока сейчас вот появимся мы. Охренеть, появились. Охрененно, слышишь? О, писюн, слышишь? Аптечка, аптечка, быстрее. Я не знаю, сколько у меня хп. Но я подыхаю. Бинтуйся, бинтуйся. Охренеть, слышишь? А сколько у меня хп? Кровотечение, вот, смотри. Все уходит, уходит. Хорошо. Сколько патронов? Все, нет патронов. Выбрасываем этот мусор, потому что он бесполезный. О, калаш. Сколько патронов там, калаши? 10? Класс. Много такая. Не, вот это возьмем, вот это возьмем. Охрененно, конечно, появились прям четко возле кровососа. На самом деле я хотел появиться, ну, чтобы кровосос... Когда он сидел, мы могли ему хедшотик засадить, но в итоге он все равно что-то живучее оказался. А там еще кровосос. Ёб твою мать. Так, мы еще нашли документы. Чего, а че я их не читаю? Ой, ком какой-то. Так, я так понял, тут все одинаково. Судя по всему, искатели что? Да, одинаково. А, смотри, то, что мы уже скачали, уже не скачать. То есть нормально. Так, подожди, текстовые документы, вот это вот ТКЦ, скачать, скачали. Все, хорошо. А, файлы успешно удалены. Зачем я это сделал? Компьютер. А, все, не зайти. Короче, что у нас там? Испытание на людях Долован. Переход. Документы Борова. Документ совершенно секретно. Ух ты. Ноутбук бандитов. Рабочий хранит себе много информации. Конечно, хранит. Иван отправился в X5, лаборатории под старыми шахтами, чтобы доставить пару тестовых объектов. Мы должны были использовать смешанные образцы К7 и К9 и впервые наблюдать реакцию человека на наши мутагены. Но почему я все время пытаюсь отсрочить этот момент? Я был убежден, что подопытные кровожадные убийцы и головорезы, что их лучше использовать как подопытных крыс, нежели с комфортом держать в тюрьмах до конца их. Прокручиваю это в голове, но ничего не могу с собой поделать. А к черту все. Если существует, то я уже заслужил там почетное местечко за то, что натворил. Окей. Так, Карл. Телепортация. Есть несколько кратких определений и научных теорий о существовании телепортации средствами нынешней науки. В реальности проблема невозможности данного явления, а в том, чтобы обойти законы природы и создать нестабильные переходы. Тем не менее, результаты исследований смежных лабораторий привели к созданию необычных артефактов, которые при правильном условиях и применении делают телепортацию реальностью. Я уверен в этом, что даже несмотря на то, что это всего лишь мои смелые теории, я начертил пару диаграмм и графиков, и поддержу свои мысли. Абсолютно невероятно, что можно будет сделать, получив мы другие типы артефактов. Моменты, на этом нас сохранится, потому что мы убили кровососа и выжили. Сколько у нас аптечек? У нас аптечек очень много, поэтому... Так, тут ничего нет. Компьютер не работает. Ну все, мы здесь собрали все и... Так, мы пришли отсюда, да? Да, мы пришли отсюда. О, еще калаш. Это не калаш, это ЛР-ка. Рабочие? Нормально. Так, смотри, получается, здесь больше ничего нету. Хорошо. Идем тогда. Закрыто. Вот сюда. Сюда иди, тварь. Тут до хрена.
Так, ладно, калаш. Ой, калаш вообще в говно. А, патронов нету. Патронов нет, это хреново. Все, убили. Застрял в стене. Лошара. Ёб твою мать! Попал в аномалию. А как выбраться? О. А, мы упали внизу, я понял. Окей, мы сейчас просто поднимемся наверх. Так, все, он труп. Мы его убили, здесь ничего нету. Лежать, тебе никто не давал права подниматься. О! Испытание мутагенов на крысах, Иван. Эксперименты R00925 дал отличный результат. Предыдущий тест, особенно с использованием проводил к смерти крыс до того, как существовалась аутопсия. Инъекция К4 позволила крысам развиться, выжить в течение недели, затем они погибли в результате разрушения отдельных целей ДНК. Итоги. Какими бы хаотичными ни были показатели большей возможности генов инженерии, медицинских и военных целях в рамках дальнейших изысканий и в качестве подопытных будут выступать люди. В данный момент же стоит завершение испытания модификации штампов серии К и X. Что это за звуки? Бля, вот страшно заходить сюда, потому что там какая-то тварь сидит. Я... потом. Ёпта. Короче, давай откроем тогда дверь, что мы сюда зашли, чтобы знали, что мы здесь были. Все. Идем, короче, тогда вон туда. Смотрим, что там. Так, где мой энергетик? Ой, хорошо, нон-стоп. Стой спокойно, расслабься, а то катсцена. Подопытный номер 16. Не будет больно. Так, кто на этот раз? Норк? Бюрер? Контролер? Запускай сейчас. Сказал же, стой спокойно, не двигайся. Что за черт? Всегда так больно. Никчемный кретин. Ладно, теперь мне нужно проверить показатели. Стой спокойно. Никчемный кретин, блин, профессор, может ты сам засядешь туда, в камеру, и тебя штрикнут шокером под 200, блин, вольт. Стой спокойно, говорит, слышишь, вообще нормально? Так, опять кровосос. Да твою мать! Пошел в жопу. Ёб твою мать! Ему баштан засадил. На, хедшотик. 5 патронов или больше даже потратил в голову. Какая тварь, а? Так, что-то не работает здесь электричество. Я понял. Документы, документы. Ой. Да, радиация. Документы, я так понял, здесь не найти. Понятно, хорошо, уходим отсюда. Так, патроны, я не понял, перезарядятся... А, нет, у меня патроны есть. Давай докинем. Все, хорошо, идем тогда наверх. Идем по другим точкам, посмотрим, что там. Например, что здесь.
Ха-ха-ха! Он сдох! Он здесь был, прикинь! Вот он! Вот эта тварь! Немытая! Так, хорошо, я спущусь туда потом. Дайте мне сперва осмотреть другое место. Хорошо, здесь ничего нет. Здесь тоже. И здесь тоже, окей. Так, идем тогда смотрим. Вот еще. Так, здесь ничего нет. Странно, здесь тоже ничего нет. Ладно, это очень странно, потому что здесь какие-то документы. Ну, потому что такое место вряд ли мало кто может найти. Так, стоп, по-моему, здесь тоже что-то имеется. Нет. Так, крыс мы положили. Главное, смотри, тень автомата есть, а самого человека тени нету. Не, ребята, я не хочу таким телепортом пользоваться. Какого хрена вы с ним сделали? Что за? Вот именно, что происходит? Только не надо мне сейчас каких-то бюреров, пожалуйста, только не бюреры. Ненавижу бюреров. Зомби, ой, зомби это хорошо. Так, ухо карлика. Хорошо, рука зомби, да ну нафиг. И спасибо, но я не хочу в этот телепорт заходить. Наверняка убьет. Я даже пробовать не хочу. А вот автомат, где этот автомат? Странно, автомата нет. Оказалось. Так, ладно, осматриваем, что здесь. Во. Здесь аномалия, я вижу. Так, там ничего нет. Хорошо, тогда уходим отсюда. Слышал о недавнем происшествии? Скажу про тех двух несчастных засранцев. Ходили слухи, что один из них на самом деле был руководителем одного проекта Драхмы. Ладно, чего только не случается. Но хотелось бы быть уверенным, что мы не следующие. Вот сплетники. Твою мать! Кто там еще? А
Кто кидает? Еще один тот где-то полтергейст. Все, убил. Да, убил. Кто-то кидается, алло. Сейчас по ушам дам кому-то. Только дайте мне найти этого. Твою ж мать. Он так еще гэкнул. Я ж пересрал. Малёха. О, отлично. Стой, 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 стой. Так, смотри, внизу что-то имеется. Окей, давай. А, вот эта мразь еще одна осталась. Вот у нас еще коробки бросает. Стой, стой, тварь, ты где? Покажи. Покажи личико. Улыбнись. Давай селфи сделаем. Стой, стой. Мразь, а. Стой! Вот, отлично! Красавчик. Я что-то не понял, а что тут ничего нет? Странно. Так, хорошо. Странно, ничего нет. Ты смотри, а? Ну залазай. Так, хорошо, тогда идем дальше осматривать. Что у нас там? Ничего нет, окей. Здесь мы осмотрели, идем тогда назад. Так, мы, получается, оттуда упали, ну, то есть, как бы на втором этаже были, там были, да. Идем тогда по этой лестнице, по этой шахте лифтовой. Что это у меня было? Что это за звуки? Что это за белые свечи? Подними автомат, ты чего? Проклятые твари. Упал. Сейчас я вам инъекцию пропишу. Ножом в голову. Так, хорошо. Идем вниз. Наверняка что-то должно быть здесь. Что, ничего нет? Ладно. Так, там мы смотрели, там тупик. Хорошо. Ой, твою же. У меня бинтов хватает, поэтому бинтуйся. Я не знаю, сколько хп у меня, но бинтов у меня хватает. Так, ну не знаю, такие вот происходят какие-то подтормаживания, ну типа подтормаживания. Смотри, все хорошо. FPS тоже мне показывают 60. Но бывает бежишь такой и какие-то подтормаживания, типа. Не знаю, что это такое. Вижу, ты впечатлен, не так ли? Поразительно, что может дать пара процедур. Ох, и люблю я этот автомат. Ты, мля, кто еще? Олег Странник, свобода, эксперт.
Так, а что мы взяли? ПДА, КПК. То есть это мы взяли, да, получается? Во, предательство отредактировано. С меня хватит, больше не могу. Все во имя науки, во имя лучшего. Они говорили, мы не будем убивать, мы не будем марионетками правительства, мы не переступим грани. Все это чушь. И я ухожу. Уверен, меня убьют, но смерть лучше этой ужасной оргии аморальщины. Позор вам всем, чудовище. Так, а пароль? Чё, это неправильно. Если кто-то читает это, значит я уже мертв. Код в моем компьютере 2-3-1. Пожалуйста, возьмите и используйте всю информацию, чтобы закрыть. Я понял. 9-2-3-1, окей. 9-2-3-1. Отлично. Так, это все чушь. Вот, отлично. Ну подожди, это... Будет кейс. Ты задолбал. Это одно и то же, да? Угу. Картиночки те же самые. Во! Вот генетическая последовательность, которая может быть противоядием от мутации пациентов в палатках 1.17. Все, мы... Тетрис. Пазл. Нормально. Так, а ну, что я хотел глянуть? Видос. Вот этот видос мне очень нравится, прикольный. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? Жалко, нельзя на весь экран. Сделать эту фотографию. Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. Ну что, мы у главной двери. Тю, тут пароль даже не надо было. А, тьфу ты. Так я здесь был. Так. Идем вниз тогда. Зашибись, спустились. Так, идем дальше. Аномалия. Это, бля, чё? Что это за звук? Как-то мне стрёмно. Туда идти не хочу. Так, мы отсюда спустились, да? Или нет? Последний документ. Строгая изоляция. Начальник безопасности Адам. Вчера подобные звери вырвались из клеток. Было решено закрыть комнату и потравить все газом. Иван вернулся с тем, что должно было убить их. Что ж, хорошо, что твари держать вместе.
Считайте это строгое предупреждение, в следующий раз вполне не только мутантов будут травить газом. Сперва у нас был инцидент, погиб Долован. А теперь вот это, я ждал лучше в тошных людях, вроде меня. Мы сейчас все вынуждены в отпуске. Но до тех пор, пока помещение не отфильтрует, хотя посмотрите на ситуацию с положительной стороны, можно весело провести время, ковыряясь в трупах. Да, очень весело. Так, давай сохранимся. Надо уже заканчивать. Я понял, здесь ничего нет. Тупой мать. Смешно. А, черт, кто это, блин? Черт. Еще и бюреры. Только этого мне не хватало. У меня уже патрон заканчивается. А что ты выбрасываешь оружие? Ёб твою мать! И тут еще. Так, все. Так, там убитые. Ой, то есть, фу, там никого нет. Эти убитые двое, все. Отлично. Убираемся отсюда. Пойди, все. Мы все забрали, все сделали. Уходим отсюда. Ой, я очень рад, что мы закончили. Мы все забрали. Сматываем удочки. Так, а здесь мы не были. Ух ты! Каменный цветок. Смотри, какой красивенький. Класс. Какой? Кристальный? Так, ну тут вроде ничего нет. Все, мы везде побывали. Все прошли. Теперь сваливаем. Пока, профессор. Отлично. Наконец-то я свалю с этой лаборатории. Ну что ж. Увидимся наверху. А на этом мы прощаемся. Ставим лайки, комментируем, делимся видео, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про колокол, подписываемся на Инстаграм и всем до встречи, всем пока.